Шадрин – это мастера, индивидуально сильные хоккеисты Мальцев и Якушев. Это выдающиеся наши спортсмены индивидуального такого плана. И вот выходы Мальцева один на один, вы видели, он использует их стопроцентно, взятием ворот. Это Якушев, который за последние годы вырос в большого мастера, и даже большие мировые, так сказать, игроки профессионального хоккея ничего не смогли с ним сделать. В частности, вот вы видите звено Лебедев, Анисин, Бодунов. Впервые защищают сборную, вышли под флагом сборной, впервые на такой турнир. Мы их проверили в сильных играх, вот вы видите, в игре их с финскими хоккеистами. В этих трудных международных поединках это звено показало мужественную стойкость, интересную, так сказать, игру. Это звено уже играет с молодежной команды, сыгранное звено. Но не хватало у них определенного игрового опыта на высшей ступеньке. Так что наши надежды это звено оправдывает. И думаю, что им можно будет доверить выступление на предстоящем чемпионате мира в Москве. Международный турнир «Известия» был своеобразной генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который будет проведен здесь же, на льду Московского дворца спорта. Матчи в Лужниках стали хорошей проверкой готовности к предстоящему ответственному соревнованию сборной команды Советского Союза.